Ребят, это вообще порожняк. Вот привокзальные кафешки абсолютно одинаковые. Что во Владимире, что в Москве. В Москве там выбор побогаче, но суть-то все равно остается одна. Есть нечего. Если вы абсолютно голодный, нет вообще возможности куда-нибудь сбежать, и вы дураки не взяли с собой еду, как мы, например, то упираемся в эту кафешечку и изучаем ассортимент. Все, что с сахаром рафинированным, точно не берем. Вот это вот, смотрите, вот это жирное, сладкое одновременно. Самая неприятная ситуация, которая может случиться. Жирное, сладкое одновременно. Что будет? Съедите такое пироженкое, через 5 минут захотите еще больше есть. Все, вы килокалории лишние получили. Мозг взорвался от количества сахара. Клетки пытаются быстро его усвоить. Инсулиновые качели пошли. Надо выбрать хотя бы или сладкое, или жирное, но не вместе. Там есть бутербродики, можно его взять, брать, например, хамон положенный и предложенный, и оставить только булку. Или наоборот, оставить только хамон на начинку, а булку убрать. Еще можно выпить, например, посмотреть ассортимент холодильника, выпить сок и все, и забыть. Но это тоже будет инсулиновые качели. Булка все-таки самая щадящая, как выясняется, вариант. Я взяла чай. Просто. Больше других вариантов нет. Один всего лишь чай. Но я не знаю, что еще. Сигареты есть не стоит. Бутерброды. Это единственный выход, в общем. И если вы любите кофе, вы можете взять кофе с молоком. Парочку, троечку вариантов. У вас будет, опять же, почти полноценный перекус. Молоко, это, знаете, тоже... Нормально, можно поднаесться, объемчиком возьмем. Что насчет хот-догов? У них там есть хот-доги? Хот-доги, ну или булка, или сосиска. Придется выбирать. Я бы выбрала булку, потому что сосиска, ну что там? Знаете, мне нравится, что переработанные белковые производные животные. Вместе перемешанные, сдобренные всякими там глутаматом, натрия, Е-добавочками. А булка, ну да, ну съели и пошли приседать. Единственный способ выкрутиться из ситуации. Наесть булки или проседать тоже булки. Быстрее, что ли? В общем, вот так. Инсулинчик притопили соматотропинчиком после проседания. Инсулин, он, конечно, будет всю физиологию смешивать не так, как надо. А если попроседать, то сама-то тропинс работает. Приседание!